В Самарском университете будет создан Центр по компьютерному инжинирингу. Это стало возможным благодаря победе в федеральном конкурсе по созданию пилотных проектов в данной сфере. На госсубсидию претендовали 50 российских университетов, в итоге отобрали только 11. По условиям конкурса Самарский университет получит 100 миллионов рублей. Инжиниринговый центр предложит конкурентоспособные решения по работе с большими массивами архивных данных и их обработке. Основными потребителями таких услуг станут крупные и малые предприятия региона – IT-компании и госучреждения.